Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из GMT. Все-таки я решил сегодня прогуляться. Забежал тут к американцу нашему дорогому. Всем привет! И он мне зарядит немножко позитивом, чтобы у меня хватило сил дойти до первого проезда и посмотреть, как там море, как там отдыхают люди, что там вообще происходит, в принципе. Кстати, в GMT немножко свободнее, чем у нас в Витязево. Я только что шел, там пройти у нас негде. Здесь есть места, так что приезжайте. Ну а также приходите за всякими разными вкусняшками к нему. У него, кстати, очень много. И вафли мы уже пробовали. Кстати, была первая галконская вафля, которую попробовал в своей жизни. И она мне очень понравилась. Также есть вот алкогольные коктейли, кофе с собой. Кофе у меня угощал в прошлый раз, такое холодненькое, фраппешечка. Это прям просто была пушечка. Так что очень много всего вкусного. Ну и сам приглашай, какой адрес-то? Мы находимся в GMT, Украинский проспект, 68Б. Рядом с рестораном «Хинкальна». Вот, «Хинкальна» рядом, если кто-то американский плохо понимает на чистом русском. То есть он занимается украшательством моего коктейля, я так понимаю. Называется испанский дипхаус. Это алкогольный коктейль, но я сделаю без алкоголя. Там входит ананасовый сок, манго, вишня, бисепрайт и ром. Понял. А это что? Это украшение. Там киви и клубника. То есть это просто можно схавать, да? Спасибо. Хорошей работы. До свидания. Спасибо за коктейльчик. В общем, ребятки, мы начинаем обзор GMT, Юра с коктейлем, съел фруктов, довольно счастливый. Хинкальная, которая была в Витязево, которая очень многим нравилась, теперь переехала сюда, с правой стороны тут находится, ну и само GMT. Почему-то, вот если сравнивать, да, мы сейчас только что были в Витязево, на светлой, с эфиром 12-15, ну сколько там, минут 20-30 доехал до сюда, и здесь как-то грустновастенько, хотя людей говорят, что тоже очень много. Если вы ели в каких-либо заведениях, обязательно напишите мне об этом. Вот по ценникам все видно. Здесь я вам попробую сделать максимально подробный обзорчик, чтобы вы все разглядели, посмотрели, знали, куда приезжаете, что почем здесь. Ну, а также наши дорогие зрители могли написать свои комментарии, если они где-то что-то ели, что-то пробовали. Самое движниковое место. Эта дискотека популярна для тех, кто с детьми. Но не знаю почему. И тут постоянно прям очень много. Везде вот все подписано. Не надо никого спрашивать. В этом большие молодцы. Здесь эти идеально все пытаются подразложить. Разные вкусняшки. Рафаэль называется это заведение. Люди сидят, отдыхают. Здесь анапские нанотехнологии против мух. Тоже все подписано, все есть, ребята. Это веранда. Знаете, зодиака. Ну и разные сувенирчики. Здесь все продается, все для вас. Как говорится, друзья. О, ребята плывут куда-то. Вот это позитив на отдыхе. На горе вино. Столовая Sunday. 279 рублей здесь. Комплексный обед можно взять. Хорошая столовая. Показываю. Если вы здесь ели, тоже пишите. Ну и сам гостевой дом Sunday у нас тоже есть на обзоре. Знаменитая фотография любителя вина. Я также в фотосессиях не пью мужиков. Фоткал, особенно раньше, сейчас в последнее время забыл. Это ее, наверное, на шаурму пустят. Там находится гостевой дом Клим. Он у нас тоже есть. Здравствуйте. Тоже есть на обзорчике. И смотрим на красоту, которая здесь происходит. Сам кафе Клим. Сейчас он ждет гостей, которые придут к нему непосредственно вечером. Здесь движуха просто бешено идет. Ну, а нам интересно, конечно, посмотреть на столовую. В ценнике я, в принципе, уже в этом году все озвучивал, показывал. Людей там много. Тоже шашлык. И пацаны. Люди не берегут себя по жаре, лазят. Кстати, тучками затянулось, стало, так сказать, полегче чуть-чуть. Пожалуйста, пицца. Выбор. Ну, здесь, короче, куча народу. В общем, если ели, пишите ваши отзывы. Ценники здесь, в принципе, хорошие. Одни из низких самых были. Вообще, в принципе, в общем, если мы получится разглядеть, будет хорошо. Ну и выбор большой. Людей как бы много, говорит о том, что действительно заведение пользуется популярностью. Идем дальше. Кофе to go. Даже есть и разные напиточки продаются, ребята. Ой, как хорошо у меня снабдил вот этой вкусняхой. Прикольно.
столовая. Вот сюда мы можем зайти. Мы еще в этом году не смотрели. Шариков 5 за 100 рублей. Вот Лабра. Нас в этот клуб пригласили, ребята, посмотреть. Можно увидеть, что по ценам. Стоимость блюд. Ну, так вот они выглядят. Вот эти девушки очень быстро женятся у меня на канале. Да? Да. Объявление. Конечно, давай слушаем тебя. Меня зовут Диана, мне 20 лет, я безработная, красивая, молодая, умная, целеустремленная и очень амбициозная. Так что, пожалуйста, дадите мне номер. Номер телефона остался. 8-937-443-85-70. Возможность переезда? Есть. К вам. А откуда? Это откуда? Пенза. Пенза, нет, я думаю, в Пензе неинтересно. Вам хорошего отдыха. И пицца. Мы двигаемся дальше. Запоминайте координаты девушки. Если что, обращайтесь, будет приятно. Здесь у нас отгородили отстановочку, чтобы по-другому выглядит. Слушайте, поставили игровые аппараты, пока, как говорится, будете сидеть на остановке. Можно поиграть. А мы сегодня в этот клуб Лабора пойдем, ребята, тестировать их кухню и смотреть. Здрасте. Очень приятно. Хорошего молодых девочки. Давай, как тебя зовут? Вероника. Откуда? С Мурманска. У меня муж вас спрашивал, где вы достали футболку на севере жить. Ну, это у меня подписчики с Мурманска, да? Подарили. Мы вам потом... Тоже привет. Спасибо. Видите, какие машинки тут проезжают. С правой стороны здесь есть, кстати, фастфуд. Можно поесть. Сочные, мощные, разные предлагают вкусняшки. Можно плов, манты, добрый день, лагман заказать. Также здесь Пятерочка магазин, туда дальше Магнит, Фанагория. Все это работает, все ждет вас, друзья. Мы закончили немножко по самому вот этому движниковому кластеру. Здесь убрали, к сожалению, мороженое. Они его переставили на другую сторону, освободив вот этот треугольничек. Высадили цветы на наши клумбы, деревья. Осталось поставить скамеечки, лавочки, мусорки. Вообще цены им всем не будет. Класс еще. Продается и вода. Есть родниковая. Мы переходим же на ту сторону дорогу. И сейчас будем двигаться по первому проезду. Все друг другу сигналят, любят друг друга. В общем, жесть у нас, они движения в Анапе, ребята. Ну, побежали. Вообще мало людей, хочу сказать. То есть обычно гораздо больше здесь гуляет, как мне кажется. Ну и это, здравствуй, первый проезд GMT. Ух, как здесь все кипит. Американцу прям благодарен. Вообще такой прям движниковый напиток. Надеюсь, он алкоголь это не добавил. Мне еще ехать. Вот я хоть раз мужа вашего поймаю. Киш-миш по столу. Может, сами расскажете тогда, что почем? Давайте. Давайте. Огурчик по стол. 130 помидорчики. Угу. Баклажаны по 150. Кабачки 60. Перчики болгарские 200. Угу. Капуста. Капуста 70. Зелень. Зелень 100 грамм 50 рублей. Персики. Персики есть крымские, есть местные. Крымские по 200, 180, 200. Нектарин, а плющенный персик? Это 220. Черешня? Черешня есть по 300. Угу. Беленький 280. А вишня? Вишня 250. Картошка? 70. Хорошая картошка. Бучок? Бучок 60. Отлично. Ну и... А это красный, 150. 150 красный. А репчики 60. Слива 60, да? Да, местная. Самая дешевая, кстати. И лоточки почем? Лоточки есть по 250, есть по 300. Вот малина 300, 250. Клубника очень вкусная. Местная. И арбуза, дыня. Арбуз, дыня. Дыня 100, арбуз 50. Все, спасибо. Машите ручки, приглашаем. Всем привет. Приходите к нам за фруктами и витаминчиками. Вот так вот, ребята. Второй раз прихожу, второй раз мужа я не могу встретить. Пропал куда-то. И двигаемся мы дальше по этому проходу. Интересно посмотреть, что, конечно, здесь происходит. А еще есть эта девчонка, которая на сиськи собирала. Раз вот уже девочки настолько там рекламу себе готовы давать с номером телефона у нас прям в блоге. Мне интересно, из вас кто-то позвонил такой красивой девчонке. По-моему, стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Красота. День добрый, наши люди.
Косички плетут, вещи продают. Здравствуйте. Хорошая работа вам. Сезон идет, все довольны, счастливы. С той стороны ребята выпечку разную делают. Ну, пойдем сходим. Посмотрим, что за красота. День добрый. Здорово, мой брат. Что вы тут, вкуснотищу делаете? Конечно, как поживаешь? Да, потихонечку. Ждем. Конечно, а как оно еще может быть? Да. Огромный выбор, разные выпечки, ребят. Сейчас мы сегодня обзор посмотрим. Здравствуйте, я на вас подписываю. От души вам хорошего отдыха и приятного аппетита. И здесь смотрим. Шарма 250. И... вот так вот, ребятки. Все, всего хорошего. Так, что-то убрали эту фигню. Все, девчонки не собирают, что ли, на грудь себе? А же, здравствуйте. Шашлычки разные. Да, тут прямо такое ощущение, что меня все знают. Что девчонки, пожалуйста, здрасте, здрасте, здрасте. Ну, Джимате, любимое место. Мы столько, как говорится, времени здесь провели. Хотим, чтобы здесь всегда все было хорошо и классно. Ну, это уютное, маленькое, так сказать, размещение людей, все компактно, близко к морю. Поэтому, если что, приезжайте. Мы доходим до улицы Песчаной. Вот первый проезд очень часто называют Песчаная, хотя Песчаная. Здравствуйте. Оно вот так вот пересечением. Гостевой дом Ева есть у меня на обзоре. Это столовая 52 тоже есть у меня на обзоре. В ту сторону рыбу продают в больших количествах. Ну, посмотрите, вот насколько здесь все столовые востребованы. То есть здесь сидят, едят люди. Каждый, как говорится, выбирает столовую по своему вкусу. Шашлыки жарят мужики. Ох, прям счастье, ребят. Хорошего отдыха. Их двоих там на машинке. Все больше, кстати, людей покупают для своих отелей эти электрокары и возят своих отдыхающих на море и обратно. Классная тенденция. В скором времени, я думаю, надо будет просто делать, чтобы маршрут этот не создавал нигде пробок, и все было хорошо. Еще фрукты, море косметики, пожалуйста, друзья. Ну, я более подробно, как говорится, все это делал, показывал. Сейчас хочется такую атмосферу, наверное, передать первого проезда, показать вам, как все это выглядит. Жалко, напитки вкусные быстро кончаются. Ромео кафе тоже культовая тема. Здесь очень много узбекской выпечки вы можете поесть. Так что, если что, пишите обязательно отзывы, если ели где-то. Чувачки тоже где-то, мужички. Вот снял на всякий случай для телеграмма. Кстати, ребята, Юрий Азаровский, мой рост, ссылочка в описании. Обязательно подпишитесь, поддержите мои действия. Подписка телеграм, ВКонтакте, Юрий Азаровский. Сама база отдыха здоровья. Тут магазин открыли всякими специями. Буду вам благодарен за вашу поддержку, хотя подпиской, потому что, ну, как говорится, блогерам переживать сейчас тяжело. А телега мне нравится больше всего. Тем более туда мы выкидываем очень много информации о пляже, в состоянии прямо здесь и сейчас, как говорится, чтобы вам знать, куда направляться. Шашлычки. Улица Виноградная влево пошла. Там тоже есть у меня гостиницы на обзоре. Вот в этой столовой прям отличное отношение к людям. Давайте глянем, как сейчас здесь выглядит вообще все. И красота. Ну, всем приятного аппетита. Мешаться не будем, прям смотришь. Так, мы нашли этих голых продавцов в Джимате. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказываю, почем стоимость чего? Ребята, кубанские помидоры, огурцы, картошка. Смотрите, какая картошка на Кубани у нас. 50 рублей шикарная картошка, 100 рублей помидор, 70 огурцы. Овощи, вот так можно сказать, все по 70 рублей. Цена упала. Слива, чернозвет, кстати, очень вкусная. 100 рублей, ребята, знаете. Груша, абрикосы наши, жевделики, мы говорим, на Кубани. Это жевделики, 100 рублей килограмм. Персики, 100 рублей килограмм. Яблоки, 80. Виноград, кишмиш, 80 рублей. И жир, абхазский, ребята, 250 килограмм. Вот такая, мед. Кубанские ягоды, смотрите, клубника, ежевика. Какая ежевика у нас? Смотрите, крупная, сладкая. Вообще шикарно. Стаканчики по 50, лапки по 250.
Черешни, кстати, последний. Вот 280 рублей шикарно. Уже вот, скоро Новый год, ребят. Приезжайте. Бомба. Арбузы и... Арбуз 30 рублей килограмм, желтый 50 рублей килограмм. Дыня Узбекистан 50 рублей килограмм, ребята. Сочный сладкий. Также мы открылись, у нас рыба, много ассорти, много продуктов. Пиво разное, кеги берем маленькие, смотрите, вот замечательно, не большие кеги, а маленькие, меняется быстро, то есть пиво свежее, холодное, вот такое. Все у нас есть, ребята, ассорти у нас большой, приезжайте, скидки, подарки от молодого человека. От души. Вот так вот, ребятки, приезжайте, покупайте. Но мы идем дальше, всего хорошего вам. Смотрим далее, суету на первом проезде, друзья мои. Как же здесь классно и прекрасно. Вот кожаные изделия могу посоветовать. Классные там ремни. Носил сам очень долгое время, пока его где-то не затерял. Пожалуйста, вон шаурмены, пиццы. Мэнэ Астон отель находится здесь. Массаж, любимые столовые. Короче, друзья, чего здесь только нету. Все для вас. Все, как говорится, чтобы вам было вкусно, классно и прекрасно. Любимая столовая. И здесь у нас юбилейный тупичок находится. Можно посмотреть, что здесь сейчас сухо и классно. Юбилейная столовая. И с этой стороны у нас пиво. Продается бар. Кто там звал? День добрый. И столовая полянка. Мои подписчики, блин, прям очень хвалят эту столовку. Говорят, очень вкусно, классно. Ну, в принципе, я, наверное, плохих отзывов не слышал, просто каждый где-то ходит, пробует, выбирает по своему вкусу и потом приходит туда есть. Новая столовая, у них свой дворик еще есть с правой стороны, где покушать. Как не хватает у нас вот этих вот ногомоек. Видите, сколько песка люди постоянно выносят на ногах. Если бы этого не делали, все было бы вообще прям отлично и хорошо. Шашлыки жарят мужики. Красота. Шашлычок. Отлично. День добрый. Конечно. Столовая называется «Мама Мия». Открылась только. Мы в этом году ее не могли видеть, потому что она не работала. Блин. Смотрится классно. По крайней мере, на первый взгляд. Интересно, конечно, по еде, по вкусовым характеристикам. О, у меня, правда, что-то мониторы эти прям черные, не посмотреть. Ну, выглядит все на первый взгляд как бы очень красиво. И салатики, выпечки разные, тоже все подписано. Если здесь ели, напишите мне, пожалуйста, будет интересно услышать ваши отзывы. Все, пойдемте на пляж. Вот, прям здесь все убирают, чистят. Уровень. Все, знаете, в белом стиле столовая, это классно. Это столовая находится перед пляжем. Жалко, вот камера ценники не цепляет. С правой стороны зона серф-бар. Вот сколько этих серф-баров у нас? Зона отдыха с правой стороны. И мы пробегаем дальше. Здесь прям жуткая торговля на проходе к морю. Но есть и мусорки, есть и разные игровые зоны, хот-доги, там и классные другие вещи. В общем, выбор на все 200%. Мне что понравилось в этом году, ты приходишь на пляж, такой бац, качели стоят. Здрасте, машите ручкой. Хорошего отдыха вам, девочки, мальчики. Лежак без матраса 300, с матрасом 500, без Wi-Fi в матрасе, наверное. Становится без приведения ЖК запрещено, обычно цветовой навес тоже запрещено. Ну вот, собственно. С лежаком и без, то есть находится душ, туалет, спасателя и детки, которые прям облюбовали эти лавочки, катаются только в путь. В общем, приходим мы на GMT, а здесь так свободненько на пляже. Ребят, пустовато, я бы сказал. Короче, все Витязева. Вот реально, пляж Аквамарин сегодня смотрели. И я прям, ну, в восторге был от того, сколько там людей пришли в GMT. И здесь такая вот, можно сказать, пустота. При этом, друзья, чистейшее просто море. Народ купается, отдыхает, загорает.
Реально же классно. Посмотрите, сколько места в GMT. Непривычно, просто непривычно. То, что обычно здесь люди стояли, а получается, что все поехали, видите, теперь отдыхать. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям, прям пусто. 33,6 температура воздуха, закидываем градусничек и начинаем замерять температуру водички. Как тебя зовут? Рома. Откуда ты? Солнышко. Мочи всем ручкой, как тебе отдыхается? Нормально. Мочи всем ручкой, хорошего тебе отдыха и спасибо, что смотришь. Отдыши. Смотрите, всех посадили на такого большого дракона двойного. Меня мальчики тут закидывают водичкой. Мокрый весь уже стоит 29,6. Ну, 29,8 показывал, просто сейчас вытащил градусник. Вот видите, температура поднимается. То есть это воды, она здесь 29,8 показывала. Отойду от них подальше. Не суть, короче. 30 градусов моря, ребята. Никого на пляже почти нет в GMT. Пустота и красота. Всех приглашаю, приезжайте на отдых, отдыхайте. Пускай в вашей жизни будет все великолепно, классно и прекрасно, как и всех тех людей, которые сейчас здесь есть. Здесь море, конечно, не такое кристально чистое, но думаю, если лево-вправо отойти, можно найти такую же воду, как сегодня мы в Витязево видели. Желаю всем самых позитивных, классных и прекрасных эмоций. Пускай у вас все получится и будет именно так, как вы этого хотите. Хорошего отдыха, ребят. Всем пока. Дай бог вам, встретимся в следующем видео. И море для вас, дорогие друзья.